Почему нет? На магазин. Сколько варов-то, а? 5 штук уж. Да, во второй там. Чё бафать? У нас 5 хилов, что ли, или что? Надо вот спекать двоих. Давай, да, ты Бретрика. Пришли сюда, блин, фуловые ребята. По 6,5. 5 хилов идут. За воскресенье. Почему не суббота? Что за гуси? Даланиэль или Юпи, дайте магам крест. Могут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гордон, пронзающий бивень. Бой, герой! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Может просто к двери отвезти босс?
чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Давай, забегай. Еще пробегай. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Дай ему пальцы, в одну минуту пишет. У тебя все дураки, что ли, да? Из мусора. Возьми квадрокоптера, кистом. Ну. Педро он имеет в виду. Правильно. Все правильно. Тебе фрил, да? Каждый за себя стоит, что ли? Че, какого хуя? Струли все с на кристалл пропасти пошел. Красава. Че, групповое не стоит? Видимо, почему багнулось? У меня ничего не вышло? Когда он кикнул с рулю, что-то багнулось, и ему пошло на распыл. А нам вообще не предложилось что-то такое. А, с рулем сейчас в рейде или нет? Да, у меня показано, что в рейде. Ты ее взял назад, что ли? Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Чем тут воскресенье? Да вот нормально стоит сейчас. Дай квадрокоптеру пальцы, блин.
Не успеем присумать только. Ты покорен мне, демон! Ну, попылить там шмот. Если поставить жука, если забухать. Вот, блин. Тут я главный! Уже все. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, Эренарский повелитель Пылающего Легиона! Пароль сейчас все себе заберу. Дай, пати. Новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Затем он берет. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо... Дай пати пить. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Герои по имя вашего короля. Это было лишь пробой. Иди на король уже, блин. Беги, малышка, беги! Убили.
Калька, ты сейчас лакаешь, что ли? Что надо? Диспэйл! А, это мама. Ну ты же, вы же поняли, что у нас 4 пристава читали только кралик. Это вообще что за фигня, я не поняла. Да, вот. Что за фигня, остальные присты? Ну я дисплею на сухой. Хила любого, рога в рейде. Можно рога в рейде. Мамбл. Мамбл. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Слышал еще? Да. Я пока не могу использовать эту способность. Ждать. Давайте убьем рогу, который в рейде, и не будем как-то париться, что ты сдохнет. Кружок. Рог. Ты же бомжей это набирал. Не сейчас. Звезда. О, бомжи. Слишком далеко. Не могу использовать. Слишком далеко. Надо ждать. Не сейчас. Еще тут стоп. Диспэл! Филипец! Алло! Что диспэлю, блин? Так ТД, басуха. Медленно. Да куда медленнее? Подводи его, последний квадрат добиваем. А, и не будет, блин, кто там бьет. И... Ой, как надоело, кажется, не работать уже. Так что сегодня в Геру не хочу идти. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Что истинная опасность еще... Ну, распылить можно. Последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Вон, орехов хоть подумайся. Хулипал, план танков прохиливай. На рейде там. Шумана.
Лича. Вы умрете. Слышит, оказывается. Смерть. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Мы не успеем только. Потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны... Запустите кто-то. ...остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я подарю. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю на которой... Так, после 25 гер резко ХМ или ВК, так? Одно из двух, да? Да, да. Ну-ка, нарезки сначала, потом и ВК. Потом еще целка 25 оп сверху. Как завтра. ЦЛК 25. Как завтра, сегодня написано. Сейчас, читай. Как завтра. Суббота. Суббота, 15.00, РС 25 оп. Потом ЦЛК 25 оп. СБ написано сверху. ЦЛК 25 написано СБ, суббота. Блять, правда. Не, слепой просто не вижу. Да. Пивка тебе забери. Это не костяк, но, наверное, на нее бывает. Ты бери боссов, хотя там один танк справится. Перевести или что, или можно просто смотреть. Подожди, как про тебя ю. Она уезжает куда-то. Ю-бом-бом, блядь.
И гости заявились, как и обещал, господин. С планой вроде бы все нормально, им хотел прочитать. Сами справили. Завтра ДФБ или что? Что-то прослушивал. Капец, я каждый день работаю. Вот что я такое, не говорил, я говорил состав рейда, кого нужно. А не что такое ДФБ? Я за Шума должен вообще абсолютно весь быть в 45-м. Или только там какая-нибудь чмотка. Ну ни хрена себе. Сюда можно. Шмот. 251. А чё такое задание только на ИВК есть? Или на других тоже может быть? Чё повали? Пославник ещё есть. Вот мы сделали на прошлой неделе. Гнипы.